Thank you.
Друзья, с вами Акваби. Ну и Артём Лоран после долгого отсутствия. Ну и Артём Лоран. Ну, Артём, ты где был-то, друг мой? Скажем так, я был в отпуске, но снова я с вами, снова я работаю. И приятно находиться вновь в клубе «Космонавт» на фестивале «Механик». Уже долгое время мы здесь не были. Там старое доброе, хорошо забытое новое. Перефразируем и скажем это так. Ой, Артём, это великолепно, действительно. Тем более сегодня юбилейный фестиваль, посвященный механике. Вдобавок сегодня привоз замечательных артистов Moonbeam, с которыми мы уже виделись в клубе А2 где-то полгода назад. Абсолютно верно, Артём. Как мне тебя не хватало, друг мой. Вопрос такой и очень простой. Ты рад, что мы сегодня здесь, Артём? Скажем так, я был рад находиться здесь после того, как ушел Гуф. Да-да-да, я тоже, кстати. Мы это долго ждали, и наконец-то мы сюда попали. Ну и во-вторых, конечно, Moonbeam, те ребята, точнее Паша, который сегодня будет с нами, очень хорошо зажег полгода назад, и я думаю, что сегодня будет не менее клево, будет не менее сочно и ярко, что всегда нас это удивляло по-новому каждый раз, и что это нам нравится. Поэтому я думаю, что сегодня будет действительно клево. Ну а пока Лена Попова разогревает публику. Ну, несомненно, с нами будет Лена Попова далее в интервью. И мы не забываем, что общаться с нами в группе ВКонтакте, в чате. Можно писать в Твиттер. Можно писать даже мне. Друзья, с вами Revolution Radio, Акваби. Артём Лоран. Самое лучшее впереди. Поехали. Муа. We'll be right back.
mushrooms have become. Without a neuron light, so smart. Now whatever.